И всем привет, с вами, как всегда, я Рустам. Мы на канале Skylies, точнее, вы на канале Skylies. И, как вы помните, в прошлой серии по Cargo Transport Simulator мы прошли огромный путь. Оказалось, нам надо плыть на пароме. Вот мы доплыли. Сегодня мы довезем этот груз, наверное, ну и возьмем другой. Да. Ну, в общем, поехали. Заводимся. Поехали. Немного от такой камеры. Погромче. Ага. Все. Запись идет. Ну, едем. Посмотрим. Мы везли колу. На наши тачечки. Да, в общем, весело прям. Прям веселее не найдешь. 200 баксов мы за паром за этот платили. Надеюсь, вы смотрите мои серии все. Ну, и приплыли вот сюда. Так, тормозим. Не хочу я полностью остановиться. Вот. А если бы я не затормозил, пришлось бы остановиться. Вот так. Это мы уже что, вторую серию работаем на нашей новой тачечке. Тачка вообще крутая. Прям салончик мне нравится. Зачетный. Покатили. Так, я вас обгоню, автомобиль. Заправка нам не нужна. Ну, тащимся вперед. Так, 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 моргает. Опа, на желтый. Обгоняем. Так. Опа. Аккуратненько, никого не врезаемся. И вот так. Аккуратненько. Все, мы рассчитали. Поворотник. Вот и проезжаем. Нам едем вперед. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Пишем комментарии обязательно. Без комментариев никак не могу. Если будут комментарии, я буду знать, что мне снимать, во что поиграть. В какие-нибудь еще интересные игры, какие бы хотели обзоры на них. Просто есть у меня некоторые игры не по теме дальнобойщиков. Могу потом снять обзор. Но это потом только. Единственная передача. Платная дорога. Опять, да? Стоп. Поднять шлагбаум. Платим 10 баксов. Обязательно. Так, дождь, дождь. Дождя нету. Капли идут. Интересно. Это значит, что дождь сейчас кончится уже. Опа. И аккуратненько сейчас мы тут. Пожалуйста, зеленый. Ну, он как раз, как только я подъехал, зеленый загорелся. Машин много, людей на трассе. Вот заправляется кто-то тут. Отдыхают. Так, ну мы катим дальше. По другим играм реальная жизнь тоже будет. Просто по некоторым не так часто. Ну, допустим, вот World Truck Driving. По ней не очень часто у нас будут в реальной жизни. Да, я вот говорил, что у меня есть игры не по теме дальнобойщиков, а есть по теме дальнобойщиков. Наверное, все знают такую игру компьютерную, копия, но я сниму скорее всего обзор. Ё-моё, опять комары, только не это. Блин!
стрим. Ничего сегодня не получается. Че, 5 минут серия идет только. Поехали потихоньку теперь. Никого не обгоняю, попытаюсь. Хоп. Че, поворотник не вырубился. Давай, зеленый. И газ. 12 километров. Чуть-чуть по городу прокатиться. Нам осталось. Вот так. И еще чуть-чуть. Ну все, приехали. Наконец-то. Я как понял, тут грузов нет. Но нет, уголь. Какой-то есть. Но это для грузовиков, для других. Тяжелый. Ладно. Я дебил. В общем, мы... Сколько километров? 179 километров. Ага, обязательно. Остальное нам не посчитали. 27 литров мы расходовали тут. Сейчас. Так, ну в общем, все. Я все сделал. Теперь прицеп у нас ровно. Так, теперь загружаемся. Аккуратненько. Давайте от первого лица загрузимся. Мы как раз разгрузились. Да. Начальник нас не предупредил же, что у нас надо плыть. Так, нет, обратно мы уже никуда не поедем. Амстердам... Грунтер, Фра. То есть это все в другие страны, тут надо плавать. Не, мы давайте по этой стране будем кататься. Конечно, все равно ставки невыгодные, 5 тонн-то. Ну, поехали, 222 километра. В этой серии доедем. Да, вот это совпадение у нас получилось. Два одинаковых груза подряд. То есть везем газировку. Весело у нас. Назову серию опять газировка. Давайте так чуть покатаем. Тихо-тихо. Аккуратно. Аккуратно так. И тормоз. Ждем. Прогреем движок. Куда? Ты куда поехал, а? Нет, ну вы видели? Зеленый. Ничему жизни не учит их. Ботов этих. Разработчики игры, пожалуйста, напишу вам комментарий, что игра отличная, но, блин, пожалуйста, исправьте ботов, сделайте их не такими тупыми. Не смей сейчас поворачивать. Меня пропусти. Роттердам. Вот не говорите мне сейчас, что мне опять сейчас придется плыть на пароме, а? Надоел мне этот паром. Ой, сори. Не хочу больше на нем плавать. Бензина еще нету. 30 километров. Сейчас, ладно. Покатили побыстрее. Сейчас быстро найдем заправочную станцию. Я быстро заправлюсь. Мы быстро доставим этот груз. Серия будет быстрая. И все. Давайте аккуратненько так проедем. На 12. Нам с такими ботами быстро мы ничего не сделаем.
Разве что познаем. Давай мне поворачивать надо. Заправляем. Конечно, полный бак. Каждые 10 городов, каждые 10 километров заправляться я точно не буду, поэтому заправлю сразу полностью. И быстро на форсаже. Вылетаем. Срочно. На желтый. И летим быстро. Везем груз. Но все равно тормозить придется. На повороте-то я быстро не пролечу. Точно врежусь куда-нибудь. Аккуратно хочу проехать тут. Так, 15 минут как раз достаточно будет. Газ. 11-я передача. Ну и вот, давайте круиз-контроль врубим. 90 километров где-то буду ехать. Так. Так, чуть-чуть на поворотах. Держим скорость. Так. Так, нам прямо. Так что повсюду пролетели. Угу, хорошо. Двигатель работает, все, едем. Так, запись. Запись идет. Все хорошо, все замечательно. Амстердам сейчас поворачивать. И быстрее. Я тороплюсь. Мне начальник сказал до дня. А уже скоро утро. Да. Газ. Восьмая. Стоп. Такс. Ровненько. Вот так. Проезжаем. По городу самое сложное ездить. Вот в этих узких поворотах. Все, доехали. Ура. Алло, да, начальник. Все, я довез груз ваш. Да, все как надо. Да. Ну, что сказать? Скажу только одно. Всем удачи и всем пока-пока.